Привет, друзья, с вами Кердекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Garbage. У нас сейчас восстановится еще один человечек, я надеюсь, что он успеет. Почти успел. И мы, собственно, попадаем на арену с пиратами на третий сразу же уровень. Что у нас здесь? А чё так сло... Ну, хотя ладно. Здесь сучий лещ есть и, собственно, вонючее дыхание и блевотина. Это может быть неприятно, но это не критично. Хотя, не будем говорить гоп. Лучше посмотрим по факту. Так, первого оглушили. Оглушили как раз того первого, у которого были скиллы опасны. Так, и что нам дадут за пиратов? 8 стекла и 5 баксов. Не то чтобы я супер счастлив, но это лучше, чем ничего. Это факт. Так, восстановиться... Не-не-не, подожди. Восстановиться мы сможем здесь попозже. Так, быстренько, кто не доспал? Приходите в норму. Так, что у нас здесь? Помидорчики загружаем. Левел ап, красава, ты уже 13-й. Давай, ты скоро станешь им бой ходячий, наверное. Так, можешь двигаться вперед. И у тебя, в принципе, все. Теперь тебя надо переключать на силу. Хера себе, какой громкий у вас петух. Так, ты можешь попрошайничать. Готовить у нас есть из чего? Да, еда у нас уже вышла за пределы 60. Давайте это немножечко подкорректируем. Скоро у нас станет очень много помидоров и, скорее всего, очень мало картошки. Потому что у нас растения имеются в нужном количестве. Так, замедления роста пока нет. Но легкая есть. Легкая есть, конечно. Garbage Invasion, как же ты не втянул? Хотя этот вроде восстановился. Блях, к нам территория приходит, да? Но они, по сути, усредняются по левелу. Это хорошо. Это хорошо, это повышает наши шансы на выживание. Как бы грустно это ни звучало. У нас 40 баксов, ни хера. На. Правильно, наверни. Нет, оглушили сволоча. Нашего одного спугнули. Так, оглушение. Хера себе, что он накидывает, ловкач этот. Шо? Он сложил нашу. Ну, давай, выносливач, развернись. Что ты делаешь? Что ты, мать твою, делаешь? Объясни мне, пожалуйста. Как ты с оглушением бегаешь? Объясни. Все, у него сейчас сила закончится. А прокинуть его не удалось. 16 хп, держись. Держись. Нет, нет, у него было 4 хп, ты чего? Твою мать, еще электронику забрали, ну. Всратые бомжи. Ладно, бог им судья. Давайте восстанавливаемся. У двоих кровотечение. Уф, так, что у нас здесь было? Мы с вами шли в направлении адского падения. Потому что это, по идее, один из мощнейших скиллов в ветке выносливости. Поэтому мы будем на него, за него и топить, собственно. Так, у тебя что по выносливости? У тебя единица осталась, чтобы прорваться сюда. Я так понимаю, что нам обязательно это надо будет взять. Но пока не прокачаем, не узнаем, правильно? Правильно. Поэтому давай, проснись, чифернись. Так, нам теперь еще сильнее не хватает электроники. Нужно очень много пластика. Очень много пластики и чуть-чуть бумаги. Будем что-то придумывать. Ну, что там придумать? Давайте запустим, еще раз сделаем. Нет, ты мне не упал. Да, давай, пиратский рекрутинг. Будем творить бич. Так, выставьте мне все, чтобы я видел. У нас менты через 19 часов придут. Как не вовремя. Я надеюсь, мы успеем оправиться. Хер ли ты встал? Ляг и спи. Так, а ты можешь помыться и позаниматься, по идее. За 17 часов он успеет. Я думаю, что да. Я могу ошибаться, но мне кажется, что успеет. Правда, прокачка у него долго очень, да? О, да. Ему надо позаниматься раз 7, наверное. Итого может больше. Чтоб прям... Ты куда пошел? Успокойся. Вон, иди доготовь блюдо. От кровотечения избавился и сразу думает, что он готов в бой. Не готов, товарищ. Ты совсем не готов. Так, ты иди помойся. Так, еще один заходик. Отлично. Жара, здравствуйте, давно не виделись. Так, ты в принципе готов, можешь пока попрошайничать. Так, одно приготовил, готовь следующее. Давай, дружочек. Ну да, он тренируется очень туго. Давай, восстановись. Сейчас как раз будет боевочка, ты тоже восстановись. Пусть ты не то чтобы силач, но ты можешь пригодиться нам. Стоять. Даже не вздумай. Так, стояли-те. Встречаем, в принципе. 3 часа осталось. Я думаю, что будет вполне неприятно. Но мы как-то это вывезем. Justice League! Добегать, забегать, товарищ.
Так, одни одного вперед выставили. Ух ты ж, бляха. 20-й, 22-й. Ой-ой-ой-ой-ой. Возможно, будут лещи. Причем очень болючие, потому что у них выносливость с медитацией, со всей этой шляпой. Отлично. Хорошо зашел. А че вы того ранили и просто забили на него болт? Вы должны его добить до конечной. Так, навернул его с ног, уже плюс. Наш ловкач, конечно, скорее смешон, чем опасен, но... Нет, гля, что-то наваливает, что-то наваливает. Наш никак из стана не выйдет, что за стан бесконечный? Хорош, второго лупашьте. Либо лежать что-то, все, второго... Да, давай, у вас хп херня собачья, давайте быстрее, 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 быстрее. У него еще энергия закончилась. Шо ж ты такой своевременный, друг? Давай, держи его в стане, держи сколько можешь. У обоих энергии нет. Твою мать, твою мать. 11 хп, братишка, ты не осилил. Ах, печаль. 15 баксов забрали. Вы чё, охерели, псины вонючие. Волки позорные. Ладно, боженька все видит, мы вас еще накажем. Так, Grand Theft Trash нам в любом случае нужно забежать. Сейчас надо очень быстро восстановиться. Чё не восстанавливается? Ты хер не стал? Нам нужно восстановиться до двух ивентов. Блях, один битый будет, ладно. Тут, по идее, начало слабенькое, так что можешь даже вот в такой комбинации сбегать. 3, 2, 1, fire! На, на. Хорош, второго. Шо-шо. Нормально. Крит прошел, и слава богу. Так, 3 баксика вернули, железо вернули. Шо вы жрете как не в себя? Это ивент этот прожорливый у нас запустился. Отдыхать, отдыхать, отдыхать. Все восстанавливаемся. Через 3 часа у нас Grand Theft Trash. Бляха, мы так по карте не успеем миссии делать, серьезно. С каким-то успехом. Может попрошайничать. Бабки все равно закончились. Нормально попрошайничай, а не вот это вот. Так, ты можешь пока в душек сбегать. Что у нас с растениями? Раз, два и морковочку. Ты можешь, в принципе, доварить. А, как раз, Grand Theft Trash. Давайте, электроника. Электроника сложно добывается, она в больших количествах нужна, и у нас ее своровали. А это нехорошо. Прям очень нехорошо. Так, поехали. Тактика стандартная. Глушим, бьем. Глушман не прошел, прошел один. Отлично. Крит хорош. Хорош. Красиво, красиво. Делай красиво. Все, красава. Еще героин получил. Неплохой бонус. Ну как, условно неплохой. Все восстанавливаемся. Потому что у нас скоро опять чемпик. Надо быть готовыми. Так, второй встал, ты иди качайся. Ты должен накачаться, иди готовь. Боже, как у него долго восстанавливается выносливость. Это что-то с чем-то просто. Труженик наш, основной. Так, дружочек, тебе надо прокачаться. Было бы, конечно, круто, если бы у нас получилось сразу же получить скилл, но мне кажется, нам придется забрать один скилл, пассивку, а потом только уже последний скилл. Что с этими названиями ивентов, бог его знает. Опять жор, да? Ну, мы пока можем себе позволить, пока. Готовь дальше. Запускаем еще овощеч, запускаем еще овощеч. У вас рост стабильный? Рост стабильно нормальный. Давай, давай, брат. Тебе еще сколько? Раза два. Да, раза два позаниматься, и ты будешь уже 23. Так, быстрее восстанавливайся, у нас сейчас будет бой. Еще быстрее, еще быстрее. Ну, половину восстановил, и слава богу. Так, поехали. Здесь нас встречают опять лоу-левельники, но их трое. Поехали. 3, 2, 1, fire! Ой, плохо начали, плохо начали, очень плохо начали. Рыганину в себя запихни назад, пожалуйста. Нормально, слушайте, ловкач уже своего левела разваливает, типа. Криты. Криты спасают как раз моменты, когда нет никакой уже энергии. Так, 20 бумаги, кстати, это очень хорошо. Опять же, все на восстановляшку, да? Не-не-не, ты лежи там, где лежишь. Давай-давай. Ты жрал, кстати, перед тем, как мы начинали. Это голодуха полноценная, это ужас какой-то. Это самый проклятый ивент, походу. Так, восстанавливайтесь, восстанавливайтесь. Ты готов? Иди попрошайничай. Левел ап, красавчик, сейчас проверим. По идее, нам все равно через пассивку нужно пройти вроде, да? Вот я не уверен.
Насколько 4 поинта? Здесь надо 3, здесь надо 7. Ух, что ж так больно. 10% здоровья. Тут куча полезных вещей есть. Персонаж не может страдать от недоедания. Интересно. Ну вот сейчас после следующего левела мы по сути сможем узнать, мы сможем двигаться дальше или нет. Так, бабок у нас 18, сейчас где? Грейд ковра пошел у нас 15, да? 100% эффективность. Улучшить можем, давайте. Это сейчас чуточку важнее, потому что иначе нас будут постоянно избивать, а это никуда не годится. Так, помидорки закидывай. Тот релакси, тот релакси, все. Потно, потно что-то стало. Так, кто у нас еще придет? Ну, быстрее всего будет третий раунд в трущобах. Так, ты готовь дальше. Ты у нас поварить то. Есть, готовь дальше. Пока есть из чего готовить, готовь не стесняйся. Потому что если у нас опять повторится ивент с голодухой, то будет прям неприятно. Так, иди занимайся уже на апаном коврике. Сюда морковку. Так, бабки по чуть-чуть получаем. Нормально, пока живем. И поскольку ты сейчас... Ну слушай, нормально качает вообще. Претензий нет, пусть работает. Так, еще есть еда? Еще есть, продолжай, друг. Не останавливайся. 3 часа, надо, чтобы успел восстановиться. Ну, он как раз где-то 3 часа и восстанавливается, вроде бы. Что ты издеваешься? Это ж ненормально. Это абсолютно ненормально. Не, мы-то можем наготовить еды, но не столько прям. Так, все восстановились, погнали. Отлично, все равно лоу-левелы, но есть особые скиллы. Причем очень много особых скиллов. Но они скорее просто не продамажат. Ох ты ж нихера. Продамажил, мразь-таки. Свои петарды кидает. А, там было... Было 9-10 урона. Мне показалось 910. Думаю, что? Так, 5 баксов. Ключ от контейнера. Хм. Я чуть не припомню контейнеры. Контейнеры, контейнеры. Чтобы были прям закрытые контейнеры. Я такого реально не вспомню. Так, доготовь и иди спи. Ты занимайся, ты себя не щади. Ты должен стать мастером. Ты посмотрите просто, как голод падает под этим ивентом. Это ужас. Это просто ужас. Ты не восстановился, хер ли ты встал. Окей, иди сюда. Ты иди тогда сюда. Вы определиться можете, что с вами происходит? Кража, ну погнали, электроника все равно нужна. Ох ты ж, бляха. Очень крепкий выносливый. Ну, попробуем, но шансы очень низкие на самом деле. Так, первый на нас стартанул. Ему же хуже, по сути. А почему вы... Почему вы разрядились на разных целях? Алло, вы что, дурачки? Так делать нельзя. А, не, нормально, нормально, проканает, скорее всего. Оглушение наше все. Просто реально, оглушение наше все. Надо будет потом пересобрать скиллы, мне кажется, для того, чтобы получать чистое оглушение. По всем возможным параметрам. Этот прокачался, что? Только не говори, что в силу опять, твою мать. Тебе-то сила как раз вообще не упала. Вонючее дыхание у нас есть возможность получить. Ну не знаю, мне кажется, ты без вонючего дыхания отлично справляешься. Хотя, может, оно у него будет мега мощным. Почему бы не проверить, слушайте. Оно тем более бесплатное. Давай вот это заберем, поставим тебе вонючее дыхание. Для разнообразия. Так, можно, чтобы эти всратые... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Чтобы эти всратые ивенты закончились, потому что они меня уже не на шутку напрягают. Так, растение, все окей, растем. У нас там овощей уже, по-моему, нет почти. А, не, есть, слушайте. Не все потеряно. Но сейчас я их в мясо переведу, и будет потеряно. Ты что стоишь, втычешь? Я этого не могу понять. Дурак он, то ли дебил. Но ты встал, не знаю, что ты там хотел делать. Поел, покупался, так спи дальше. Нахер ты встаешь? Для чего? Зачем? Почему? А душик-то теплый у нас должен быть вроде. Нет, что-то, знаете, душик с теплом не справился. Обыдно, иди готовь дальше. Так, восстанавливаемся, второго надо тоже 24-м сделать. Иначе дела не будет, ты иди попрошайничай. Через 2 часа вторжение мусора. Че-че-че-че. Отмена, отмена, отмена. Быстро отдыхать. Отлично. Успели отдохнуть. Garbage Invasion. Да, их начало по 3 приходить. И один тоже в труселях.
Нормально. Равноценно, так сказать. Но в целом слабенький, но этот надебафить может. Точнее, себя набафить на неполучение урона. Ну окей. Сейчас рыганинку изнет или нет? Интересно. Рыганинка вещь полезная так-то. Он оглушил рыганины или мне показалось? Так, нашу силача сейчас бреют. Держите его, держите. Нормально. Оглушили, хорошо, хорошо. Слав тебе, Господи. Самое обидное, что мы, если их побеждаем, получаем, в общем, счетом нихера. Если они нас побеждают, мы теряем очень много. Мы теряем в процентном соотношении количество наших ресурсов. А это жопа. Это ненормально. Так, у тебя там что, дошло, не дошло? Бляха, ты долго будешь так заниматься, брат. Очень долго. Сейчас еще бумага будет на прогрев уходить, ну вы поняли, да? К чему это все идет? Давайте без ивентов, я вас прошу. Серьезно, и без них норм. Так, есть еще что готовить? Готовь дальше, не стесняйся. Нам нужен полноценный нормальный запас по жрачке. А не вот это вот все, как обычно. Так, раз, два, что у нас простаивает здесь все. Ну, еще долго будет работать. Там можно не переживать. Туго, туго идут. Хоть уже и коврик третьего левела, все равно не хватает. Не хватает очень сильно. Так, понял намек. Иди грейся. У нашего второго, у него защита от холода очень мощная. А у этих защиты нет. Поэтому придется с ними немножко колдовать. Грейся, 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 грейся. Уходи. Так, ты тренироваться, все, мяска у нас нет, но сейчас оно появится. Сейчас он дождется, без работы не останется. 3, 2, 1, поехал. Готовим, что есть сил. О, у нас появилась еще одна семка помидора, найс. Мы теперь на самых крутых семках будем работать. Ну, самый крутый, по-моему, огурец вообще. Но мы на них отработаем. Месть титана еще будет скоро. Уф. Нехорошо. Почти 15-й есть. Grand Theft Trash мы сбегаем, не сбегаем. Просто если сбегаем, то надо тормозить кутеж. Давай просто приводи себя в порядочек и пойдем на Grand Theft Trash. Так, что я здесь не за... О, у нас овощи, кстати, не фонтан. Хотя здесь показывают, что фонтан. То есть именно наших овощей, не собираемых, а которые мы выращивали, только они годятся сюда. Ну и хрен с ним. Да, идем за ресурсом. Сколько у нас? 7 электроники. Комбинированный очень опасный ловкач, по-моему. Главное, чтобы он опять вперед выбежал. Это даст нам шанс. Нет, никто вперед не выбегает. Нормально. Наш один оглушен, их двое оглушены. Так, у силача что-то хп убегает. Конкретно так. Супер. Крит-то Я даже не заметил, как вы одного положили. Красавчики, значит. Что я могу сказать? Хера, ну быстро растет. Давай быстрее, 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 люлю. Надо до места титанов точно восстановиться и там особо не торопиться. Иди, Арбайтон. Ты можешь пока поготовить. Что у нас осталось? Все. Сейчас ждем еще новое мяско. Без мяска дальше не двинемся. Еще один вырос. Сажай. Нормально, нормально. Идем. Так, один час остался. Можно даже храпануть успеть. Идеально. Просто. Revenge of Titans. Давай, врывайся. Ой, бляха, это зомбя. Почему так дебильно перемещается? Бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип. Ну, это хрень, которая на дереве висела. Ну, ладно, сейчас попробуем. А, так он ослабленный, да? Пробитие брони. Да вроде должны завалить вообще на изи. Ну сейчас глянем. 3, 2, 1, fire. Драгонина нанесла 5. Грустно, прям очень грустно. Изич. 4 бакс. Серьезно? Стоило ли оно того? Нужна еще одна семка помидора.
чтобы вообще росло моменталочкой. Так, мясо все нет, да? Иди попрошай. Нормально, усядься, я тебя прошу. Знаем ваши эти прыжочки. Никому от них лучше не будет. Так, все, все остальные ивенты через день, через два. Тут тоже все сделано. Но по сути этого докачать и можем успеть еще город разгонять. Так, еще помидорку. Тут пока норм, но я еще подкину. Этот замерзает, тот замерзает. Ну такое, ребятки, не радуйте. Не радуйте от слова совсем. Все то же самое у него осталось. Надо было, кстати, баф юзнуть на блюдо. Неуязвимость, я думаю, нам не нужен скилл. Мне так почему-то кажется. У нас грибы, кстати, остались. Может, мы сейчас ускорим этот процесс. А хотя пусть докачается. Может, оно опыт дочисляет. И там могут быть проблемки. Похавать-то ты гораздо. Готовить кто будет? Товарищ, подъем, подъем. Надо заниматься. Одна тренировка, по сути, осталась. 4, 3, 2. Да, одной хватит. Мое уважение. Так, и мы продвигаемся дальше. Да, мы можем идти дальше, отлично. То есть здесь 3, и здесь надо будет еще 2 уровня, получается. Но это прям пот, это прям пот. 10 скорости атаки, с учетом, что он выносливый, это мощный буст должен быть. Но, бляха, это прям дорого, да. Это прям, мать его, дорого, что рядом есть. Украсть 25 максимального здоровья и максимальной энергии цели. Невозможно украсть больше, чем у цели. Добавлять 10 здоровья. Получить 20% шанс проигнорировать дополнительную входящую атаку. Ну, кстати, бусты-то там очень даже годные. Так, все, иди отдыхай. Что еще? Еще помидорка выросла. Релакс, релакс. Так, здесь запускаем кострище. Иди сюда, иди сюда. Надо будет одежду вам найти, потому что иначе вы реально с холоду... с этого, хоть не с голоду, так с холоду подохнете. Так, пошел ты нахер, что ты сюда лезешь? Так, с этим разобрались. Кого мы там еще не намуторили? Здесь днем мы зачистили, здесь днем. На кладбище очень больно, в стране чудес. Вот этих ребят, по идее, мы должны пробить теперь. Выносливые, но они комбинированные. Стоп, а я не могу отменить бой, ладно. Я рогачку хотел заменить, ну ладно. С божьей помощью. Да прибудет с нами оглушение. Они накастили на себя защиту. Хорош. Это что было? Так, двойное оглушение, бывает. Да, рыганинка не отрабатывает так, как хотелось. Так, одного вырубили. У нас мелкий сейчас сдохнуть может. Мелкий сдох. Так, этого навернули, мы встанем оба, да? Да. В смысле ноль урона, что это за шляпа был? Красиво, красиво. Ну вообще, на рандоме влетели, серьезно. Так, забираем кристальчик. Кому нужен был кристальчик? Тебе. Так, 5 баксов, еще одна шина. Ну такое, слушайте. Ваши награды? Шляпа, должен признаться. Так, здесь остались семки. Давайте сейчас восстановимся, пуша. Бог его знает, что с нами будет дальше. Через 13 часов Grand Theft Trash. Да, мы сможем еще одну электронику забрать. И, кстати, бабки есть. Бабосик-то есть. Надо бы ночью к макакам сходить. Может, мы сегодня уже стену загрейдим. Если все будет ок, то таковы шансы есть. Так, еще закидываем помидорку. Еще 2 раза можем приготовить блюдо, да? Сейчас у нас что? У нас сейчас ночь же как раз, да? А ну-ка дайте-ка я быстренько схожу. Не, не в страну чудес. Так, вот сюда. Ах ты ж, бляха, я ж не посмотрел. Стоп. Нам не хватает 74 бутылки. И около 40 бумаги. А он же нам по 8 только продает. Твою же мать. За еду бумагу, давай. Будем запасаться, что делать. О, у него, кстати, за еду есть электроника. Только очень дорогая. И этого мы еще не намудухали. Но все впереди, не переживайте. Так, ты встал, можешь готовить. Ты встал, можешь попрошайничать. Да, холодно, но ничего с этим не поделать. А, все растет, нормально. Прогрев пока не закидываем. Приводим себя в порядочек, и через 8 часов все будет норм. Должно быть норм. Ты можешь, кстати, его подменить. Ты иди дальше тренируйся. Хотя за 6 часов. Успеешь ли ты там что-то хорошее натренировать? 4, 3. Уходи, отдыхай.
Ты должен успеть. Ну да, успеет, супер. Так, Grand Theft Trash точно электроника. Поехали. Больно будет, не больно. Силовики, но думаю выживем. Бляха, я опять не поменял организм, ладно. Гоу-гоу-гоу. Так, отлично, пока тот набафался, того макака сбило. Они некоторых врагов просто проходят, так быть не должно, мать его. Тот, который на вас прям сразу идет, того и надо лупасывать. А то вы будете вот так кругами, как дебичи, ходить годами. Одного нашего уже вырубили. Мы одного их вырубили с трудом. Нашего второго вырубили, да вы что, серьезно? Давай-давай-давай, у тебя есть все шансы. У того нет энергии. Нормально? Лещуй, лещуй как можешь, красава. Хорош, крит был очень своевременный. У него тоже крит прошел. 4 хп, 4 хп, брат. 4 хп, нет, 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 твою мать. Фух, у него энергия закончилась. 3, 2, 1, приходи в себя, бей. Красава. Было бы очень херово сейчас просрать электронику. Было бы прям плохо. Так, все на отдых. И херли ты не пошел отдыхать? Ты типа не получил люлей, думаешь? Ты получил за всех прям. Блях, надо разжигать уже. А, ну сейчас, отхрапунят. Ты иди сразу грейся. Ты иди грейся, и ты иди грейся. Похолодало, конечно, но... Так. О, у нас все, 4 семки помидор. Супер. Главное температуру поддерживать. Бо ну его нахер. Мы так долго получали эти семки, их сейчас так потерять было бы очень опрометчиво. Так, беги, занимайся. Мясо есть? Мясо есть. Иди готовь. Иди попрошайничай. Все очень просто. У всех есть работа, все заняты, замечательно. Так, с тобой все понятно. Можем, кстати, попробовать баф. Да. И у тебя, что нам еще нужно было? Душка как в отелях, но на улице. За 15 баксов, 250 литров воды. Ну такое, пока не горит на самом деле. Пока не горит, но пусть будет. Так, как процесс? 1/4 левела есть. Ну неплохо. В целом-то неплохо. Самое удивительное, что мы умудряемся держать уровень овощей в норме. Они настолько, видимо, хорошо растут при всех этих условиях, что просто бимба. Так, ивент у нас через 19 часов ближайший. Попробовать, что ли, этого чела. Ну, бляха, он нас уничтожит, скорее. Сейчас, подожди. Пока не забыл. Так, каку забери. Можем, кстати, эту каку забрать. У нас что есть по скиллам? Двойной пинок у тебя пусть будет. Будешь накидывать. А у тебя что? У него более высокий левел, вот в чем первая проблема. А так в целом у нас есть шанс, в принципе. Но опять же, оглушение и рандом. Наше все. Так, попробуй. Просто попробуй. Оглушите ваншотом. Нас оглушили ваншотом. У него обычные удары по 30, по 25. Не критовые. Так, подожди, куда ты свалил? Я ж тебе еще вторым хочу попробовать. Что ты думал? У нас одна попытка, не. Так, ну ты можешь оглушить. Можешь навернуть. Так, ну этот выдерживает гораздо больше урона, но этого все равно не хватает. О! Я от кровотечения умер. Так, это надо еще раз попробовать, слушайте. Это прям похоже на что-то хорошее. Так, иди отдыхай, ты иди попрошайничай. Поехали, релакс. Так, сейчас же ночь. Сейчас, подожди. Давай раз, давай два. Все, это то, что я обязан был сделать. Так, первый стал, хотите душик оформить? Давайте оформим. Так, все выросло. У нас еще одна семка помидора появилась. Very good, very nice. Так, ты иди тренируйся дальше. До вторжения мусора ты еще успеешь натренироваться. Запускаем костер сюда, вас двоих. Ты, кстати, можешь пока успеть в душек сбегать кабанчиком. Все, погрелись. Давай, ты более обученный попрошайка. Тебя тоже надо бы тренировать. Но просто нам нужна какая-то небольшая безопасность.
на момент нападения, поэтому... Не-не-не-не-не, чувачок, дальше уже тренировки не канают. Придется порелаксить. Просто порелакси, постой, пока остальные поработают. Ты можешь храпануть. Ой, можешь душ сходить, пока что там есть тепло. Так, час остался, все, сейчас будет скорее всего больно. Но мы опять же рассчитываем только на лучшее. Garbage Invasion, да, экипированы они неплохо, один правда в труселях. Не, лоу-левелы, в принципе. Но то, что ловкач чистый и два выносливыча, это такое. Погнали. Леща, леща. Дабл оглушение, мне еще прилетело хорошенько, Василочу жопа. Силача просто не зашло. Так, и мы им напинали товарища одну. Давайте, накладывайте кровотечение, не стесняйтесь. Красиво. Это было красиво. У нас его энергия закончилась, он сейчас умрет за кровотечение, да? А как он... Как он восстановился от кровотечения? Что за херня? Ай, не удалось уронить. Слабый-слабый, очень удара, выносливости нет. А у него еще 50 хп. Да что ж такой слабый урон проходящий, да ужас какой-то. О, оглушение, даст нам время. Восстанавливайте, восстанавливайте энергию. Это вообще шотнут, скорее всего. Нет, просто уронили. Живи, живи, брат. 32 хп снести. 32, 29. Давай, давай, 26. Найс, крит. Ёперный театр. Если бы мы сейчас еще всрали один раз ресурсы, это было все. Давай, иди спи. Ты чё? Ты дебил? Ой. Он просто ослушивается, и ничего с этим не поделать. Помидоры слишком быстро растут, меня это настораживает уже. Так, иди греться, иди греться, иди греться, греться, иди. Третий, спи наконец-то. Размотали. Так, через 2 часа Grand Theft Trash. Давай, давай, ты как раз восстановишься. Давай, давай, мой огуречек. Супер. Что нам не хватало? Мы закупаем сейчас активно пластик. Я, кстати, не проверил. Ну, давайте электронику в прок возьмем. Ловкач, силач, комбо-брейкер. Хорошо, с ноги вошел. Оглушение плохо. Ну, вот куда он идет? Вот куда дебил этот... Конч, куда он двинет? Боже мой, какой стыд, боже, я не могу. Это стыдоба. Они решили погулять вокруг медленно, пошастать. Это ж приоритет, это ж самое важное. И херель, ты еще спать ложиться не хочешь? Ты болеешь? Скажи честно. Ну и? Сюда он ложится. Окей, как скажешь. Как скажешь. Так, первый готов, второй готов. Этот, естественно, встал, пожрал, ложиться назад не собирается. Все по традиции. Восстановились. Так, ночь, идем сюда. Ребятки, гоните еще ресурс. Проверяем, что нам не хватает. Ну, 50 бутылок будет очень сложно получить. Давайте честно представимся. Я думаю, что мы можем попробовать, попробовать что. У нас полное восстановление есть. Здесь мы зачистили, в центре метро. I feel unease just knowing he's watching me. Do I have something on my face? Эти фразы, они максимально бесполезны. Они ни хера не дают. Это чисто шум. Три пластика. Так, контейнер открыть. 10 бумаги. Ну такое. Совершенно не то. Так, там чувак избивает этот. Странный чувак. Эй, бомж, да ты, сразись с другими изгоями, я дам тебе за это $2. Тахо. Мне, в принципе, больше не надо. Не смотри на торговый автомат, я был здесь первым, отойди от моей еды. И что ты себя представляешь? Бляха, мы не можем отказаться от боя, понял. Чё, бафает себя. Имеет защиту. Скидывает с ног. Но у него еще и парирование. Но при этом у него нет болючих ударов, как таковых.
Мы можем его попробовать нашим выносливачем гасануть. Либо попытаться пробить силы. Давайте силы попробуем. Шансы невелики, но... Очень-очень грустный бродяга написан. Очень слабо. Так, оглушение это хорошо. Но тот урон, который мы наносим, это не то, что смешно. Это реветь хочется. Где криты, брат, когда они так нужны? О, хоть что-то. Вот втроем мы бы его вальнули в конечном итоге, мне кажется. Кровотечение 16, супер, лупаш еще. Что? Его кровотечение, по сути, очень даже неплохо надамажило. Но это совсем другая история. Так, не бездельничай. Готовитесь? Готовитесь, иди работай. Все работаем, пока он восстанавливается, все работаем. Раз, два, три, четыре, поехали. По теплу все замечательно. Сейчас уже пиковые вроде бы температуры проходят, дальше будет легче. Дальше должно быть легче. Не бухакай, одумайся. Блях, он таки заболел, да? Сутулая ты собака. Так, главное, чтобы этот не заболел, блях, и он заболел. Максимальная энергия персонажа снижена на 30%, восстановление тепло до 50 и более. То есть, когда мы восстановим, тогда пойдет на рост, да? Да-да-да-да-да. Но это все равно изврат. Будем честны. Все, отогрелся? Отогрелся. Готовь дальше. Ну, теперь надо какое-то время прождать, чтобы они могли прийти в себя. Причем он, собака, гораздо дольше приходит в себя, чем наш этот челик. И у нас нет таблетосика от этого, да? Замораживание яичек. Может, не надо? Слушайте. Нам и так как бы не жарко, мягко говоря. Окей. Ну, мы можем, конечно, в полсилы сбегать. Нам от этого, в принципе, не жарко, не холодно. Так, храпани чуть-чуть. Побежали. Я хочу попробовать все-таки вальнуть этого огромного макаку. Опять же, все зависит от везения. Но попитка не питка. Так, давай. 3, 2, 1. Оглушили, хорошо. Начали очень хорошо. Кровотечение, накладывайте кровотечение. Кровотечения нет. Слепость, повторное оглушение. Кровотечение пошло, очень хорошее кровотечение. Ебой! Отлично. Оу май, полицейский меховой жакет. Синий низ спортивного костюма. 25 тепло, 22 защита, 25 бонус здоровья. 35 тепло, 12 защита, 35 бонус здоровья. То-то же у него столько хп было. Это многое объясняет. Так, сейчас Паузевич. А, я сейчас вспомню, что у вас за вещи сначала. Так. Скорость атаки, урон от пинка, защита, бонус здоровья. У нас вот этот хрыч мерзнет, конечно. Но на него такие вещи тратить. А стоит ли оно того? Так, у этого у нас нет нормальных вещей, по сути. Кстати, а почему тебе шапку не дали? Тем более бонус от тренировок. Вообще то, что надо вроде бы. Есть кипарик, конечно, на предотвращение травм. Но мы с травмами вроде норм. Здесь 25 бонуса, 30 тепло. У тебя на тепло есть. На тепло есть. А рукавички у тебя какие? Рукавички у тебя тоже донские. Бонус скорости атаки, урон от удара. Нихера себе. Но я, наверное, эти ловкачу дам. Ничего личного. Но ловкач тогда будет гораздо полезней. Так, у ловкача, да, перчатки, шляпа. Давай мы тебе нормальные перчи дадим. Дадим тебе штаны с бонусом на здоровье и на тепло. Рубашка у тебя что? Снижение урона от удара. Ну давай, взуем тебя по полной. Во, он теперь похож на что-то мощное. Предотвращение травм, защита, тепло. Предотвращение травм гораздо ниже. Ну, короче, шмотки а-ля майки и фуфайки, они все херовые. То есть они качеством ниже. И поэтому из них хрен чё выжмешь. Даже если захочешь. Но в целом очень даже неплохо себя проявили, мне кажется. Могли бы получше. А, я не закупился, кстати. Так, давай пластичек, все греться. Пошли, 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 пошли. А то жопа отмерзнет. Понимаю, холодно, ничего с этим не поделать.
Битва титан через 2 часа, твою мать. Так, тебя надо сюда срочно. Срочно спать. Давай. Хоть что-нибудь восстанови. И ты иди спи. Ну, что-то восстановили. Ну, совсем прям что-то. Кто у нас в этот раз? А, зомби-мужик. Зомби-силач. Давай. Ох ты ж матерь боже, 60-й левел. Плюс этот щит сратый. Ой, бляха. Тут надо скомбинировать, дождаться, чтобы щит этот сбит был. И тогда, чтобы он был в стане. Это самая идеальная схема. Иначе оно не сработает. Кровотечение, конечно, хорошо, но недостаточно. Твою мать, двоих одним... А, нет, второй не упал. Ага, второй упал. Так, оглушил. Живи, брат. Кровотечение работает, 66 хп, давай, 24 хп. 41 хп остался. Не, урона не хватит. Ой, урона не хватит, он еще и щит опять наложил, да? Гоп. Ну, слушайте, выносливач вообще такой урон может пережить, это ужас. Так, хорош. Энергии не хватит, скорее всего, чтобы вынести 28 хп. Да. 18. No, 110 крит, дайте мне такие криты, плиз. Что? Что нахер? Что это за дерьмо? Вот это вот, вы видите это? Вы видите это? Минус почти вся еда, четверть бумаги и немалое количество, мягко говоря, электроники. Это жопа. Это жопа, товарищи. А чё втычем? Делать что-то будем, нет? Это просто кобздец, что я могу сказать. А ты греться не планируешь? Ой, дебил, дождался ж, ну. Я ж нажал, чтоб ты, собака, восстанавливаться начал. Нет, блин. Так, ты пришел в себя, иди спи. Ты не ты. У нас в синей шапке не ты, у нас в синей шапке другой чел. Давайте. Еще и сломанные кости, а сейчас Grand Theft Trash. В жопу Grand Theft Trash, мы иначе не восстановимся просто. Давайте сэкономим время чуть-чуть. Но совсем капельку. Короче, я буду восстанавливаться, буду пытаться дальше прокачиваться. А пока что, ребятки, сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр, не забывайте комментировать увиденное. И, конечно же, нажимать на колокольчик. Всем пока-пока.